первую очередь хотел бы поздравить команду Мэдди с единой победой. Всем хотелось бы их поздравить. Что сказать по нашей команде? В первую очередь потеряли полностью концентрацию, пропустили быстрые два гола. Можно сказать, посыпалась команда полностью, и это и привело к такому большому счету. Тут два мяча стартовые дуже зломала команда. Да, сломали в первую очередь вот первые два мяча, они, можно сказать, не решили исход матча. Потом, можно сказать, уже калитка открылась, и все полетело в наши ворота. Получил травму основной вратарь наш. Можно сказать, провалилась команда полностью. Чи можна десь сказати, що сьогодні і вам не щастило теж? Моменти були мало забув. Моменти були, можна сказати, у многих наших ігроків, але тому цей футбол і інтересен тим, що можуть бути різні щита в цій грі. Для нас це опять-таки хороший урок. На виїзді поки ми дуже слабо граємо, дві ігри зіграли, дві ігри проіграли з хорошим соперником. Для нас це великий урок на будущее. Делаємо правильні виводи, щоб в дальнейшем це повторилось. Дякую.